Экшен, экшен, гоу-то селекшен, экшен, экшен, гоу-то селекшен, экшен, экшен, гоу-то селекшен, экшен, экшен, гоу-то селекшен, экшен, экшен. А у Валерчика на днях день рождения, вот, и я решил сделать ему подарок и нарисовать его портрет. Валерчик, это будет тебе сюрприз такой вот. А это такой бутылок и будет. Вот тут это глазки будут. А что такие горы будут? Валерчик, я желаю тебе счастья, здоровья. А это праздник будет. А это убийство будет. Мы уже где-то примерно час тут находимся. Марианна собирается так долго, что уже мои нервы на пределе. Вы понимаете, на пределе мои нервы. Вы не спите, не молитесь от чувства вины. Короче, сегодня мы с Валерой идем собираться. Собирать вещи, те, которые нам оставил Всевышний. Всевышняя сила сегодня приготовила нам много сюрпризов, которые мы найдем на Петровке, на бложке. Вы видели, что мы нашли. Смотрите, какая крутая обувь. Это ж вообще, это невероятно. А сегодня будет что-то новенькое. Вот это уловки, Валер. Вон там уже кто-то нашел себе хорошенький улов. Это как в GTA, короче, высовываешься из автомобиля и вот там. УЗИ! УЗИ! Да-да-да-да-да-да. Дохлый Батюм! Батюм! Батюм, все нормально. Я нашла кегли, можно идти в боулинг. Кто-то оставил, наверное, все. У тебя штанина развязалась. Довольно-таки много людей собирает. Мне кажется, много постреляли наш влог. Решили, что они тоже будут собирать. Вот. Тут много всего, есть чем поживиться. Тут, короче, все собираются уже, ну, уже вечер. Короче, я хочу сказать, что очень охуенное место. Если вы не были в Киеве еще на Петровской бложке, то обязательно побывайте. Маля только что узнала, что она вроде как прошла в двадцатку лучших перформеров. Столетие. Ну, я прошла в двадцатку, но потом будет десятка, короче, я буду... А потом будет шестерка. Я буду на кастинге делать все, что могу. Да, Валер, именно такой кастинг. Она со мной едет в Херсон. Молодец. А
Сегодня осенний день, уже все опадает, все листья, красота вообще. И сегодня приезжает Валерчик в Херсон, Марианна осталась в Киеве, а я иду сейчас на вокзал встречать своего друга. Знаете, я очень люблю осень за то, что ты никогда не будешь голодным. Всегда можно идти и найти, чем поживиться. Например, орешек. Вот, это мой завтрак сегодняшний. Мусорки, как всегда, в Херсоне. Слишком полны, но не тем, что надо. Доброе утро. Он запинался, что там, давай, сумки. Сумки давай. Приветствую. Значит, вот Валера. Мы тащим сейчас домой много сумок, которые он привез с Киева. Да все так храпели там. Там один мужик вообще так... Я ж думаю, хоть песни делай с этого, я тебе говорю. Заперженный вагон? Не почувствовал. Ну, когда ты там сидишь и уже наперживают, ты не замечаешь. Я понял, ты принюхаешься. А когда ты заходишь, то да. Пока мы тут в Херсоне будем, Маря будет в Тель-Авиве. Блин, я еле, я чуть-чуть опаздываю, как обычно. Вот, еду в лифте. Надеюсь, я правильно еду туда, куда надо. Как раз под вечерок я решил сделать уборочку и наведу порядок. Я тут совсем один, убираю, занимаюсь какой-то херней и очень-очень скучаю. Марианна, вернись! Жуйка приехала с Киева! Жуйка! Третья цыганка вернулась с Киева! Значит, сейчас утро, сегодня у Валеры день рождения. Вот, мы поедем в лес. Тут вот ему открыточка. О, кто-то стучится в мою дверь! Кто там? Что ж такое? Кто там? Давай, давай, давай! Привет, именинник! Нам рождён, от Гарри Лета! Привет! Привет! Вот тебе открытка. Это тебе. Вулканы чувств дают плоды. Не избежать нам жизненной красы. Создание миг не ярости. И света мир весь освети, вся радость здесь и впереди, радость живи, люби, цвети. Спасибо, расти. Вот это да! Сергей поздравляет меня с днем рождения и насыпает мне тарелку вкусного супа. Это торт твой. Соня, поздравь меня с днем рождения. Соня! Родная! Ох, чуть пальцы не откусило мне! Мы сейчас подошли на место и ищем, ищем подходящее место. У нас будет костер, самый лучший. О, Костя, весь в работе. Будем жечь. Я думал купить 24 свечки, вот так кругом поставить. Но не стоит по 4 гривны. Костер распален, именинник здесь. Вот, давайте выпьем за твое день рождения. Вот ты теперь 24-годичный мужчина. Годичный? Вот, выдержан? Ты можешь, да. Ты как, спасибо. Как вино. Поддерживай Сережку. Твое здоровье. Еще на подходе много тел. Смотри, тебе надо нарисовать по этой теме, но только в своем стиле, понял? Фантазию немножко это проявишь. Там, твоя избушка нарисуешь, понял? Тут свое дерево нарисуешь. А я тебе там... Это фантазия. Ты специально выбираешь. Рисовать там. Что это такое? Вот наш стол. А что там есть, Вася? Ты смотри, кто идет! Голос! Голос!
Так, Валерчик, короче, с днём рождения тебя, бро. Знаю, что ты много путешествуешь, короче, без всяких этих предисловий. Я решил тебе подарить небольшой термос. Смотри, он сказал слово раньше, чем достал. А я обычно так и делаю. Ну, с ним. Супер. Кстати, это очень хорошо. Да. Вот мы часто будем в холода рисовать. Спасибо, он мне пригодится. В ночь хорошо его брать. Что это такое ночью? Потом сесть. Спасибо вам всем. Собака. Привет. Я, знаете, я взял так, достал и такой набу. Оно откусит или нет? Кто это пришел? Хорошо, давай поздравляем. Я хочу подарить самому модному мужчине в мире модный подарок. Что это такое? Жена пи***. Отлично. Это набор начинающего Валерия Копосова. Спасибо. Предисловие. Здравствуй, уважаемый изобретатель. Если ты держишь в руках этот удивительный набор, значит, ты решил вступить на путь безграничного творчества и приключений. Итак, расскажу тебе, что же ждет тебя. В нашем прекрасном мире живет удивительный человек. Его имя у всех на устах. Ему пытаются подражать очень многие. Но нашего знаменитого Валерия Копысова скопировать невозможно. Он один, единственный и неповторимый. Но ты можешь попытаться немножко приблизиться к своей мечте. Для этого тебе поможет этот набор. Он прославился всем своей необычной манерой в творчестве и сногсшибательной красотой. Но бонус! А бонус, если тот, кто фанатеет от Валерия Копысова, мог увидеть его в разных образах. Это Валерий убийца. А это Валера играет на скрипке. Сейчас зарезать, а? А давайте веселиться. Вот, это класс матрицы. А что ты валяешься-то? А тут мягенько и удобненько. Просто сосредоточься. Валера, вытри санину, потом снимай.